Приготовим майонез без яиц. Берем жидкость из-под бобовых. У меня была консервированная фасоль. Получилось примерно 90 грамм. Если у вас плюс-минус 5 грамм, ничего страшного. Добавляем пол чайной ложки горчицы, пол чайной ложки соли, добавляйте по своему вкусу, пол чайной ложки сахара и примерно пол чайной ложки лимонного сока. Теперь берем блендер и начинаем понемногу взбивать. Смотрите, масса начинает белеть. Теперь понемногу будем добавлять растительное масло. Густота майонеза зависит от количества растительного масла. Чем больше масла, тем гуще будет майонез. Также можно использовать жидкость с консервированного горошка или нута. 100 грамм масла мало, поэтому понемногу я буду добавлять растительное масло до нужной мне густоты. Майонез делаю сразу в баночке, чтобы потом меньше мыть посуды. Какой светлый и густой он получился. Получилось очень вкусно. Для меня идеальный. Но вы добавляйте специи по своему вкусу. Возможно, вам нужно добавить больше соли, лимонного сока или горчицы. До новых встреч!